В одном городе, на одной улице, в квартире номер 66 жила маленькая, но очень умная собачка Соня. У собачки Сони были черные блестящие глаза и длинные, как у принцессы, ресницы, а еще аккуратненький хвостик, которым она обмахивалась, как веер. А еще у нее был хозяин Иван Иванович Королев. Поэтому проживавший в соседней квартире поэт Тим Собакин и прозвал ее королевской дворняжкой. Все подумали, что это такая порода. И собачка Соня также подумала. И даже Иван Иванович тоже так подумал, хотя знал свою фамилию лучше всех. Каждый день Иван Иванович уходил на работу, а собачка Соня сидела одна в своей 66-й королевской квартире и ужасно скучала. Наверное, вот поэтому с ней происходили всякие невероятные вещи. Ведь когда скучно, хочется что-нибудь сделать, а когда хочется что-нибудь сделать, что-нибудь да получится. А когда что-нибудь получается, ты начинаешь думать, как же это у тебя получилось. А когда ты начинаешь думать, становишься умнее. А почему? Никому не известно. Вот поэтому собачка Соня была умной собакой.